Привет, я Таня Шумкова, и прямо сейчас мы посмотрим самое популярное в соцсетях ТВК за неделю. Дилерский центр «Москвич» может появиться в Красноярске, и эта новость стала одной из самых обсуждаемых на неделе. Автозавод планирует создавать электрокары и обычные авто, а для их продажи создать развитую сеть по всей России. И вот что о возрождении легендарного автобренда думают красноярцы. Что там собираются делать, интересно? Мир уже на Теслу переходит, на автопилотах. Мы это заслужили. Нам и города новые обещали. Метро бы хоть доделали. Интересно посмотреть на модельный ряд. А он летать будет? Тогда заверните два. Хорошие планы на выпуск электрокаров и погрузчиков. Пятиметровая статуя Иисуса Христа появилась возле храма Новомучеников совсем недавно и уже стала достопримечательностью. Такого паломничества Академгородок еще не видел. Так в храме говорят про ажиотаж среди красноярцев, которые пришли к Иисусу на выходных. Кстати, в соцсетях сравнивают скульптуру с той, что находится в Рио-де-Жанейро. А священник Родион Петриков даже заявил, что статуя – это наше Рио-де-Жанейро на Енисее. Полицейский спас кота, который 3 дня просидел на дереве. Это доброе видео стало одним из самых популярных за неделю. Осторожно, уровень милоты зашкаливает. За шиворот бери. Вниз присядь вместе с ним, вниз прямо присядь, он меньше бояться будет. Все произошло в Туруханском районе. Полицию вызвали обеспокоенные жильцы домов поблизости. Кота Васю после спасения передали хозяйке, и она пообещала повнимательнее следить за своим пушистым. Это был обзор самого популярного в наших соцсетях. Делитесь своими фото и видео, вдруг они тоже попадут в топ. Вот QR-код, переходите, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте и пишите нам там, где удобно. Ведь ТВК – это не только ТВ.